Здравствуйте, я Наталья Варлей, актриса. Снялась в 61 картине. На фестивале представляю свою, ну, можно сказать, первую картину, которая стала невероятно популярной и до сих пор любима, «Кавказская пленница». Вообще у меня три образования. Цирковое училище, я работала в цирке под куполом, театральный институт. Много лет я проработала в театре Станиславского. И 61 работа в кино. Ну и еще я закончила литературный институт. У меня 4 сборника стихов и книга прозы. 2 сына и внук. Все? Окей. Окей. Yeah.
Лауреат государственной премии СССР, воистину народная артистка Наталья Варлей. Музыку! Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обоз медведи, вертится земля. Вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год и два. Я артистка цирка. Просто время летит быстро, и я думаю, что я просто не заметила. Я просто не заметила и не успела понять, что уже пора. Your eyes bright is very similar with last yesterday I see your film. Same same face and same cover. Almost all people of all generations are in love. Yes, of course, for me. Я на первом, что можно подумать?
Это ребята из ансамбля Духовой.